Добрый день. Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Всех вас приветствую из Самарской области. Город Жигулевск, стадион «Кристалл», где сегодня в первом туре Мелбет первой лиги встретятся команды «Акрон» и «КамАЗ». «Акрон» из Тольятти, хозяева поля. «КамАЗ» из Набережных Челнов здесь не так далеко. Толчок, удар какой! Еще один угловой сейчас будет. Да, момент за моментом создает КамАЗ. Гаглоев. Очень долго их на мячом. Хорошая передача под удары. Вот он удар. И Сергей Волков. Браво сейчас голкипер тольяттинской команды. Ну, раз за разом. Сезон за сезоном. Многие даже болельщики челнинской команды попросили сделать ее гимном КамАЗа, но, конечно, все это знают. Все знают, что сейчас атака Акрона, удар и 1-0. Пока я с вами рассуждал про песни Максим, выходит Акрон вперед. Реакция Евгения Калешина. 36-я минута встречи, буквально из ничего пришел этот момент. Давайте сейчас на повторах разбираться, что же там случилось. Сергей Волков эту атаку начал, но завершил, судя по всему, Владислав Галкин, если я не ошибаюсь. К Артуру Анисимову никаких претензий быть не должно, хоть там из ближнего угла залетал, а потом Килин. Вывеска интересная, кроме «Арсенал», удар! Правда, мяч прямо в руки Сергею Волкову прилетает. И вновь это, по-моему, Данил Родин. Понце. Ну что, видим мы сейчас Егора Егорова. Тогда одну минуту добавляет. Момент сейчас еще Акрона. Анисимов! 2-0! Антон Килин оформляет дубль. Капитан тольяттинской команды. Вот тут, ну вот тут досталось, видимо, в игровом эпизоде. Никакого нарушения правил нет, никакая. Шикарная передача. Неужели вновь это Владислав Галкин? Понце выиграл воздух. Усмакаев доборолся. Треснандерс поле покинет. Ух ты! И был сейчас шанс сразу у Владислава Галкина самому забить, его, собственно говоря, и замены. 2-0 самый популярный счет на данный момент в первом туре. Но в первой лиге есть удар. И нет, не будет 3-0. 3-0 не будет. Руслан Опеков очень активно вышел. Нашла на замену. Ну, нужно доказывать. Совсем скоро Рафаэль Шафеев. А вот не совсем скоро. А вот уже Рафаэль Шафеев там. Обозначает то, что матч завершен. Первая победа Акрона в этом сезоне. Впервые Акрон побеждает в стартовом матче. 2-0 благодаря дублю Антона Килина на 36-й и 46-й минутах.